Большая волжская семья, так называют себя самарцы, которые на лето перебираются жить в палаточные лагеря. Зоя Гуреева ставит лагерь на острове Зелененьком в Красноглинском районе уже 15 лет. В этом году с семьей и друзьями разбили палатки в первые дни лета, хоть оно и выдалось прохладным. По выходным островная жизнь кипит, а в будни идет размеренно. Ну, у нас много народу, как бы я не одна здесь стою, у меня друзья здесь живут. Вот. У кого отпуск когда совпадает, когда как... Но кто-то в лагере все равно находится. Вот так вместе живем. Ну, палаточки стоят с детьми. Просто сегодня будний день. У многих закончился отпуск. Не у всех. А у некоторых только начнется. А они приедут сюда отдыхать. Приезжают на остров периодически и гости из других регионов. Мы же сейчас в Затоне, а Волга-то там, с той стороны. Люди говорят, вы куда ездите, на какие моря? Вы что, совсем с ума сошли? У вас просто здесь просто прекрасно. Они в экстазе. Им настолько нравится, говорит, никакого моря не надо. Быт на острове налажен. Есть и электричество, и газовая плита, и даже оригинальный холодильник. Привозишь Петюшечку воды, ставишь. И 3 дня у нас морозильная камера. Пенопласт свое дело делает. Все замороженное, абсолютно. То есть тут и электричества ничего нет? Не требуется. Ничего, электричества здесь нету. Но держит 3 дня. 5-литровая баклажка замороженной воды. Жизнь на острове безопасна, рассказывают отдыхающие. Но бывали и такие случаи, когда погода преподносила неприятные сюрпризы. Бывали в нашей жизни ситуации, когда у нас палатки уносило, как Эли с Татошкой, все палатки сдуло. Когда была гроза и этот шторм, вот, это много лет назад было, у нас не только у нас, но у всех на побережье, всех унесло. Приехали спасатели, вот. Ну, кто что нашел свое, что смог поставить, что вернуть. А так вообще, да, было такое, уносило все палатки. Заволжские островитяне почти все друг друга знают, помогают, ходят в гости в соседние лагеря и считают, что самая большая ценность здесь – это общение. Ни телефоны, ни интернета, у нас здесь все выключено, то есть живое общение. Очень комфортно. Во-первых, спится хорошо, свежий воздух. Вот июнь был холодный, все говорили, то, что холодно, а мы обгорели, загорели, очень даже тепло было здесь. Как-то вот, знаете, если честно, отличается климат. Вот там вот холодно, уезжаешь туда, одеваешься. Сюда приезжаешь, уже купальники, все. Мы с детства выросли, у нас родители возили. У нас своя лодка, то есть... Ну, мы выросли здесь. Нам этот отдых очень комфортен. Вообще, считаю, летом уезжать откуда... Ну, куда-либо, другой, на море, куда-то что-то, с речки, я считаю, это неправильно. Остров Зелененький считается одним из самых чистых и красивых мест Самарской области, с песчаными пляжами, густой зеленью и уникальными видами. С одной стороны возвышаются Сокольи горы, с другой – Жигулевские. Удовольствие здесь получают не только люди, но и питомцы, которые тоже остаются жить на природе до конца лета. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.